Всем привет! Сегодня мы будем снимать видео, ответ на вопросы, которые вы задавали по прошлым видео. Давайте начнем. И первый вопрос, это у нас задает Morning Day. Каким приложением монтируешь? Ну, это естественно, кто монтирует и как монтирует. Я монтирую на Adobe Photoshop. Эй, вообще-то это я монтирую! И так будет с каждым. Я монтирую через SkyMaster Zlom. Второй вопрос, это у нас задает гуревой попа WGP. Извини, если я правильно прочитал. Где Влад? И правда, где Влад? Да, второе видео знаю. Подряд нету Влада. Да, вообще. Знаешь, где Влад? Может, под подошвой? Нет. Нет, давай я позвоню ему. Знаешь, где Влад? Так, теперь третий вопрос, если это можно назвать вопросом. Задает Дубровск PR официальный канал. И тут S троеточие. У вас 800 подписчиков. Это будет за не вопрос, но все равно спасибо, да, мы заметили. Дальше. Вопрос задает. Третий вопрос, уже реально вопрос задает Дикс. Какой был у вас самый лучший день в жизни? Расскажите про него. Правда, какой у вас? Давай ты первый. Самый лучший день. Блин, я ж так. Самый лучший день. Самый лучший день. 2 hours later. Знаешь, я сам не знаю, типа, когда у меня самый лучший день. Я просто всеми днями дорожу и считаю то, что каждый миг важен для всех. Какой у тебя самый лучший день? Самый лучший день, когда мы с Владом создали новый канал. Мы назвали это Times Challenge, но когда Санжар и Танат соединились к нам, тогда Санжар назвал канал просто «Три друга». Потом, когда назвали просто «Три друга», мы так веселились. Когда снимались самое первое видео, мы веселились. И я думаю, что это самый крутой день. Лучший день, но это, наверное, очень очевидно. Я когда прочитаю этот комментарий, я сразу подумал, типа, ну, извините за такой короткий ответ, но самый лучший день в моей жизни – это когда я родился. Так, еще этот вопрос у нас задает Алихат Амангелер. Извини, если я точно не прочитал твой. Расскажите все втроем, кого любите. Ну, это естественно. Я свою маму. Наших мам. Я уже не знаю, какой по счету этот вопрос. В общем, пишет Молнии Геймс. В каком вы городе? В общем, мы живем, конечно же... Казахстан, Алматинская область, Талдыкурган. Не говори наши дома, мы с... Да. Раунд. Так, дальше у нас вопрос задают... Кого больше нет вопросов? А, вот следующий вопрос, как бы, блин, какой красивый тонат, как ты так научился, типа, это макияж или как, это твоя мама тебя родила, ты светился, когда родился, вау, ты такой красивый, вау, так, это пишет 44228 Minecraft Love навсегда. Ты втираешь мне какую-то дичь. Спасибо тебе большое, я тоже. Да, я тоже попробую. Ладно, я не. Ладно, давай. А, ну чё, мы тебе заплатим, все, ты отыграл свою роль, можешь идти. Ну, короче, мы хотим сказать спасибо этому человеку. Деньги забыл. Да. Хотим сказать тебе спасибо. Да. Посмотрите на этот фон. Мы снимаем на мусорке, возле мусорки. В общем, ну, короче, хотим тебе сказать спасибо, что ты снимал нас. Скажи свой ВК. Ой, рассыл, мой. Ты как робот говоришь. Ну, короче, это время мы снимали, да, это поле. Вот мусорка. Короче, вот мы тут снимали. Ну, короче, самый лучший фон. Ну, короче, хотим тебе сказать спасибо и попрощаемся. Ты деньги не заплатил. Да какая тебе разница? Да, чувак, мы тебя обманули, можешь идти. Вот смотри, сейчас я машину забьет. Мы ее заказали специально. Да. Ну, короче, всем удачи, всем пока. Всем пока. Эй, стой. Вот, видите, вот каждому, короче, это по стаканчику. Короче, быть подписчиком нашего канала — это не так уж и плохо. И классно. Она холодная. О, я очень сок, да. Кайф.